Шо, вкусно, вкусно пахнет там лаванда. Я тут в Португалии отдыхаю, пока Катя отдыхает от меня в Новосибирске. Друг от друга немножко отдохнем. Я тут зашел потусить немножко на нашей карте, потому что Катя мне не разрешает тусить, когда мы с ней вместе записываем ролики. Потому что, ну, посмотрите, посмотрите и сравните, насколько круто я живу и насколько круто Катя живет. Это мой дом, это Катин дом. Это еще раз мой дом. А это Катин дворец. Это моя халупа. А это Катин замок. Это моя развалюха. А Катя совсем уж зажралась. Я живу как бомжарник, а Катя живет как принцесса. И это как бы еще я ей помог построить этот дом. Вы это тоже учитывайте. Я здесь не живу, потому что там воняет, как в сарае. А Катя мне не разрешает жить вот здесь. Поэтому, ну, сейчас-то я могу сделать уже все, что только хочешь. Иди сюда, Свинтус, иди сюда. На шашлычки я тебя сегодня пускать не буду. Я сегодня добрый, я сегодня хороший. Я вообще всегда хороший. Я вообще самый хороший в Майнкрафте. Заходи, заходи внутрь. Заходи. Заходи, проходи, заходи, внутрь. Ладно, стой там. Двухэтажный дом, золотой сральник, камин, огромный стол, ковер из медведя. Посмотрите, еще один сральник, всякие крутые таблетки из-за границы, из-за рубежа, перделфорты, пропиздон. А я вот все подорожником лечу. Что-то где-то поранился, подорожником прикладываю. Кашель. Кушаю подорожник. Температура — подорожник к колбу. Это Катюха зажралась, конечно, еще меня не пускает здесь к себе. Это ты воняешь? Конечно, ты уже... Эта каша здесь 2 недели валяется. Убрать никто со стола кашу протухшую не может. Была бы она свежая, я бы ее захомячил. Я-то кашку люблю. А вот ты любишь? Мне просто действительно интересно узнать мнение своих подписчиков. Вот ставь лайк, если любишь кашу. И ставь 2 лайка, если ненавидишь сельдереевый сок. Мне кажется, 99 людей, которые сейчас смотрят этот ролик, никогда в жизни не пробовали сельдереевый сок. Вот я, допустим, не пробовал. Просто посмотрите, это золотой унитаз. Но я не для этого сюда пришел. Я пришел вот для этого. Пока Катюхи нет, я могу пузырики в задницу попускать. Ну, в смысле, джакузи пузырики пускает, оно там типа, ну, массажирует. В общем, не вникайся. Я могу здесь посидеть, немножко расслабиться. О, как хорошо, когда Катюхи нет. Может, мне задержаться здесь в Португалии, а то приеду обратно в Новосибирск, не смогу попариться в джакузи. Здесь кайф-то просто. Я могу здесь посидеть, порасслабляться немножко. Это еще как? Подождите, как она зашла в мой мир Майнкрафта? Не, это баг какой-то, 100% ее здесь не должно быть. Как она зашла? Так, этот сервер всегда открытый. И она прямо сейчас играет в Майнкрафт. Вот она бегает там, в своей лаванде. Подожди. Она узнала, как заходить в Майнкрафт без моей помощи, так она же нубасина, я ей каждый раз объясняю, как компьютер включить правильно. Ну, как бы до этого тоже не доходит, не настолько она... ну, не настолько же она нубасина, но просто как она узнала, как водить IP. Ой, дом, милый дом, как я скучала. Так, это сколько меня здесь не было уже? Наверное, 2 недели. А чем так пасёт? Ёпр, это ты воняешь? Нет. Каша, ёпрс, это она здесь уже 2 недели. Вот как меня здесь не было, наверное, так она и стоит здесь. Надо уже выбросить это. А это что? Фу, сок сельдереевый, ёп. Так, ладно, я пойду это выкину, а то воняет, как я, не знаю, как на помойке. Фу! Как выбрасывается мусор? Кью. Да, так, все. Это здесь оставим, потом приберемся еще раз, еще раз. Все, все, побежали обратно домой. В принципе, нормально все. Сейчас Катюха обосрется. Это что, пожар, что ли, где-то? В смысле? Так, я не поняла. Это что, у меня дома пожар? Так, стоп, а чё? Так, ну где может быть пожар? На кухне может быть пожар. Ну,
Тут ничего, все нормально, может, толкан горит? Нет, ванна. В ванне как может быть пожар в воде? Я же не в Спанч Бобе нахожусь, верно? Так, все нормально. Тут, ну, тут это выход, как бы. Ладно, наверное, надо стоит его заменить, может, новый купить. Фигня какая-то. Так, ладно, сок мы выкинули, кашку выкинули, надо полить лаванду. Угу, водичку пойдем возьмем. Да... Чё за фигня? Слушай, ты, ты у кого научился звенеть вот так вот и пугать меня, Я сейчас тебя выкину, я сейчас возьму, сломаю тебя и выкину. Понял, да? Окей, все, смотри мне. Значит, я Катюху еще раз спалил. Только в этот раз спалил ее в том, то, что нас заходит в Майнкрафт и играет на сервер. Вот на вот этот сервер нас заходит, пока меня нет. У нас-то из Новосибирска, я сейчас в Португалии, с Новосибирском разница 6 часов. То есть практически, когда у меня обед, Катя уже там, ну, ложится спать. И наоборот, когда она просыпается, я ложусь спать. Она, походу, здесь задротит. А я потом каждый раз удивляюсь, откуда она там новые фичи Майнкрафта узнает. Она без меня играет. Но ничего, ничего. У меня в моем стареньком доме найдется кое-что, что поможет мне ее проучить. Не зря же я просто захотел зайти в Майнкрафт и записать для вас серию, как я просто здесь чилю, отдыхаю от Кати. Но Катя мне все испортил. У тебя здесь все нормально с башкой, все нормально, да? Или пока меня здесь не было, ты совсем типа копытами двинулся. Все нормально, Степа! Жив? Здоров? У тебя башка, да, походу, просто кружилась? А, ну все, хорошо. Степ, не пугай меня, пожалуйста, больше. Так, ёперсете, сколько у меня здесь просто всего интересного, чем я могу затроллить Катюху. Так, я возьму вентилятор, я возьму лаву, я возьму зелье невидимости, возьму волшебную палочку. Ну, она называется волшебная палочка, но выглядит она как топор, не обращайте внимания. Возьму пол, который проваливается, возьму различные стрелы, которые накладывают плохие эффекты. И также построю для Катюхи некие такие прикольненькие ловушки. Шипы также можно взять. Электрошокер я возьму. Банька-парилка, жопу свою греет, там сидит возле золотого сральника. Что-то там, да, она делает, ничего, ничего. Кирку взял, лопату взял, волшебную палочку взял, электрошокер взял, все нужные припасы взял. Степа, тебя я тоже беру. Погнали, 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 Степа. Можем даже сразу через окно выпрыгнуть, главное, ноги себе... Опа! Не сломай. Катюха, значит, у нас вернулась, да? Так, Степа, давай припаркуемся с тобой где-то вот здесь. Опа, сидит, сидит, смотри, все, посидит, пердит. Ну, образно, образно пердит. А то потом опять, блядь, на меня будет обижаться, то что я про нее шучу, что она... Ладно, все, Эдисон, закройся лучше, а то без девушки останешься. Волшебная палочка. Вот вы посмотрите, что Катюха сделала в предыдущей серии. Это же вот все, что здесь горит, это из-за нее. Она гранатометом здесь все обстреляла. Кстати, вот, надо мной прямо сейчас подсказочка на предыдущую серию. Обязательно ее посмотри, а то Степа тебе... Ну что-то да откусит жизненно необходимый орган, поэтому лучше все же посмотри. А я волшебной палочкой сейчас сделаю небольшое чудо. Волшебную палочку в руку, и я заменю всю эту лаванду, которая здесь находится, на что-то другое. Катюха выйдет на улицу, увидит то, что ее любимой лаванды нет, и просто офигеет. Заменить все, что рядом, давайте в радиусе 70 блоков. Потом лаванду на кое-что другое. Раз, два, три. Опа! Все, главное, не нюхай, не нюхай. Это одурманит тебе голову. Лаванды как и не бывало. Катюха, офигеет. Так, прячем волшебную палочку. И сейчас я ее позову сюда, точнее, позову в дверь. Она же дома сейчас сидит, что она там делает? Она просто сидит за столом. Я вот здесь сделаю небольшую такую лавовую ванну. Вот сюда лаву. А сюда поставлю вентиляторы. Раз вентилятор, два с вентилятор и три с вентилятор. Сейчас я их включу, чтобы они работали. Опа, опа, опа. Как только Катя выбежит, она же сразу шандрахнется в эту лаву. Поэтому давайте посмотрим. Да, даже меня отдувает. О, друзья, что ли, пришли, которых нет? Так, мне интересно вообще, кого занесло в эту, извините меня, срань? Ага. Чё?
Алло. Так, это сейчас что было? Подскажите мне, пожалуйста. Так, оп, выходим, не горим. Так, тушимся. А это что такое? А где моя лава? Осёл, это ты сделал? Слушай, иди сюда, сейчас я тебе котлеты сделаю или фарш. Верни лаванду мою. Я из чего себе настойки буду делать? Я из чего сочек себе... Это кто сделал-то вообще, а? Иди сюда! Я знаю, что это ты сделал. Выходи давай. Хорошо. Или это все-таки осел? Это ты? Посмотри мне в глаза. Куда? Он отворачивается. Это он. Я все поняла. Осел, тебе хана. Опять? Так, это не осел сделал. Так, я не поняла. Слушай, хватит надо... Это сатана! Я вызываю священника. Священник, который нам взорвал стену в прошлой серии. Священник, помогите, пожалуйста. Я сошла. Осёл, ты это видишь? Смотри, у меня тут все меняется. Каждую минуту. Осёл, что происходит? Ну, я пошла про пиздончика себе налью немножечко. Что там у меня еще? Да... Епперсет... Ау... Так, Катя, тебе просто надо поспать. Ты просто устала. Ну, слишком много работы, слишком... Так, ладно. До свидания. Пока. Всем пока. Катюха думает, что она с ума, походу, сошла. С этой волшебной палочкой я могу блоки, которые находятся вокруг меня, менять каждые несколько секунд. Но это еще так же не все. Если подумали, то что на этом весь мой ролик закончится, нет, перчик, вы ошибаетесь. Я для Катюхи подготовил еще небольшую такую вишенку на торте, если это можно так назвать. Да, здорово! Яму охраняешь? Охраняй, Аслина. Здравствуйте, рядовые солдаты. 69-я рота! Все в строй! Ритузы подтянуть, сапоги напялить! Наша задача прокукарекать всю эту планету! Ну, естественно, затроллить просто Катюху. Всем все понятно! Прокукарекайте, если да! Моя личная армия, с вашей помощью... Катя точно с ума сойдет. Если она так офигела, когда увидела то, что лаванда меняется там с другой травушкой-муравочкой, как только она увидит то, что к ней в гости пришли тут 100 куриц, ну, образно 100, вот тогда катушка-то сразу, черепушка просто, шифер сразу двинется вниз и вряд ли обратно на место станет. Поэтому я прошу вас пройти за мной, Катя, домой. Сейчас пойдем в гости. Катюха вас пшеном накормит. Угу. Или вы ее. Не знаю. За мной! Все за мной! Степа, командуй ими, чтобы не отставали! Армия! За мной! Сейчас Катюха обкакундится. Так. Это лучше я сломаю, чтобы все мои курицы не загорели. Там Катя. Оп. Так, я сейчас спрячусь на всякий случай. Вот так. Меня не видно. О, это, наверное, священник пришел, да, помогать мне? Угу. Надеюсь, что это он. Курицы! Здравствуйте, курочки. А вы что здесь делаете? Яички будем сносить с вами. Бизнес построим. Прошу, проходите. А на самом деле, реально, что вы были? Вы откуда вообще пришли? Ой, смотрите, а там какая-то прям миленькая есть. Вот это вот самая миленькая. Пойдем ко мне. Пойдем. Ой. Курица, вы что делаете? Отстаньте от меня. Ёпрос, этой курицы. Вы что, получились-то на меня? Я ж просто погладить хотела. Отстаньте от меня! Отстаньте! Помогите! Отвалите от меня, сраные кошелки! Кать! Ты куда? Они тебя так отбросили! Иди сюда! Помоги, у меня курица! Давай, заходи! Быстро заходи! Кукусик! Меня убили! Почему тебя мамусик убил? Отлично, меня еще и мамусик... Собственный кот убил. Я в шоке. Я сейчас просто в таком шоке пребываю. А я в каком шоке? Ты наших кошар не кормишь просто, да? Да еще с какими-то... Так они просто заревновали. Ты с какими-то курицами здесь шляешься.
Я тут такой пипец был. Я, значит, захожу домой, а у меня тут, короче, сигнализация, давай, как визжать, я ее включила. А, подожди, Да помолчи. Я выхожу, короче, а у меня лаванда, прикинь, превращается в коноплю. Я такая, чё? А потом бац, и другие цветы. А потом, блядь, я, короче, так запуталась, испугалась, думала, я с ума сошла, пошла пропиздона выпила. Думаю, ну все, нормально. Все, уже стою, цветочки поливаю. А тут мне курицы в дверь звонят. Говорю, о, давайте бизнес мутить там. Он, видишь, смотри, стоят. Они как, давай меня бить. Я, короче, одну погладить хотела. А она такая, ты дышишь меня, ты дышишь. И тут ты появился. Что это было? Скажи, пожалуйста. У меня все хорошо с головой или нет? Ну, смотри, тебе курица в дверь позвонила и предложила бизнес замутить, да? Смотри, у меня. Смотри, вон они. Вот эта курица тебе предложила бизнес замутить. Вот это, да? Слева или справа? Которая какая? В двери, которая застряла. Которая в двери. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да, я лоб потрогаю. Ну, знаешь, горячий, наверное. Ты не траванулась там ничем? У тебя, мне кажется, галюны какие-то. Курицы и бизнес всякие предлагают. Лаванда на коноплю меняется обратно. Да еще и кукусика с мамусиком не кормишь, да? Вот они поэтому тебя и бьют. Да я не успела, тут такая лютая дичь началась. Я уже с чайника хотела на... Думаю, ну это он пришел, а это курицы пришли. Ну вот, а если бы я не зашел в Майнкрафт, вот я просто решил присоединиться к тебе на сервер в один момент, чтобы хотя бы проследить, знаешь, никто ли не грабит твой дом, пока тебя нет на сервере. А тут вот такая дичь. Ну слушай, хорошо, ну тебе нужно 100% в джакузи. Иди в джакузи. Кать, тебе нужно пропариться. Давай, заходи. Я не могу запрыгнуть. Потому что ты башкой бьешься об железную трубу. Вот сюда нужно. Молодец. Садись, Катя, я здесь себя закрою. Вот так. Что мне делать сейчас? Я не знаю, подскажи, может ты что-то видел, я не знаю, ну что со мной происходит вообще? Не, Катя, я еще ничего не видел, я вот со Степой пришел твой дом здесь наведать. Я даже не думал, ты сейчас в Майнкрафт играешь, я пришел, тут такая дичь, ты тут с курицами закарифанилась, и я не знаю, Катя, вообще. Ой, блин, я не знаю, наверное, я у подписчиков буду спрашивать, возможно, они что-то видели, чего я не... Я не знаю, кто-то троллил надо мной, я не знаю. Не, Кать, не, подписчики тоже ничего не знают. Закрой уши. Ничего не пишите в комментах. Ничего. Не, я у них спрошу, конечно. Не, так... ребят, напишите, пожалуйста, вдруг что-то заметили, может быть, какую-то нечисть, я не знаю. Ну, будем экзорциста вызывать. Кать, не, подписчики точно ничего не видели. Да подписчики только что со мной пришли, здесь ничего не было. Я вот пришел, а здесь ничего не было. Вот, все, я и поду, Кать. Ты тут давай. Сиди, потей, парься, чтобы всякая зараза с тебя вышла, а я пойду. Вот. Ну ладно, хорошо, давай. Не, ну вы напишите, если вдруг что. Мало ли? Нет. Ну, знаешь, Кать, я подумал, то что ты без меня здесь точно с ума сойдешь, поэтому мы с тобой здесь закончим эту серию. Вот, я с тобой вместе здесь посижу. Серию? Какую серию? В смысле, какую серию? А какую серию? Ты что, ты серию записывал? Я сейчас? Ничего не заметил. Не, я просто зашел в Майнкрафт поиграть. Я уже оговорочки по Фрейду, все нормально. Надо мне как можно скорее к тебе вернуться, потому что ты действительно без меня здесь уже с ума сходишь. Ты посмотри направо в окно, просто посмотри. Они тебя поджидают там на улице, а я поджидаю, чтобы ты подписался на канал. Да, Кать, надо канал подписаться. Да, конечно. А так все-таки ты записываешь серию или нет? Я ничего не записываю. Всем пока. Я уже сам с собой разговариваю. Все, давай, я, короче, все, я пошла отсюда, давай. То я больше не буду без тебя заходить. Все, давай. Не заходи никогда в Майнкрафт без меня. Никогда! А то здесь проклятые вещи случаются. Проклятый Майнкрафт. Все, хорошо. Всем удачи и всем пока. Лайки не забывайте. Ты записывал? Да я ничего не записывал, Катя, тебе кажется, у тебя все же галюны, все. До свидания. Все.